На старт, внимание, марш! Каждый день постоянная гонка. Но где он, рано или поздно? Финиш, цель, показать результат, добиться всего, пока ты не стар. 14 команд против нескольких тонн мусора. Всего за 2 часа участникам нужно очистить берег Нижнезырянковского водохранилища. А Висму представляют сразу 2 молодежные сборные – «Экодесант» и «Титаны чистоты». И вот одни убирают прибрежную зону, другие разгребают огромную свалку, которую обнаружили в лесу. Мы сразу подумали, это о том, что нужно бежать ближе к людям. Потому что где люди, там и мусор. Бочка, чайник. Горы битого стекла, пластика, старых покрышек и даже сломанной мебели. Все это богатство металлурги сортируют по отдельным мешкам и сдают организаторам. Каждый вид мусора на чистых играх приносит в копилку команды разное количество баллов. За пакет с пластиком 7 баллов, за металл 10 баллов. Бутылками, пластиковыми стаканчиками и шинами усыпан весь берег водохранилища. Прошло меньше часа, а наш экодесант собрал здесь уже более 10 мешков хлама. Кто с чем, Алафаева, с вещами, с одеждой. Аккуратненько лежали. Наверное, на них кто-то загорал. Помощник лидера 51-го цеха Татьяна Лапаева в чистых играх человек опытный. Масштабы загрязнений девушку уже не удивляют. А вот ее напарник Михаил Сафонов из 43-го цеха в играх участвует впервые. От масштабов проблемы парень пребывает в легком шоке. Масштаб загрязнения в самом деле поражает. Не думаю, что все так серьезно. Видно, что год или два не убирались точно. Вместе с металлургами берег Зырянки прибирают студенты и молодежь из других промпредприятий. Очистив прибрежную зону, многие начали доставать мусор из воды. Вот участники команды поколения из строительного техникума с помощью нехитрой методики вылавливают покрышки. Сначала снизу поддеваем, приподнимаем, а потом второй палкой или бруском зацепляем сверху. И вытаскиваем на себя. До конца чистых игр остается 10 минут. Почти все команды сдали последние мешки с мусором. Нет только ависмовцев. Наши ребята делают финальный рывок, расчистив огромную мусорную яму. На последних секундах игры успевают сдать еще 30 мешков отходов. И организаторы уже подводят общий итог субботника. Всего мы собрали 259 мешков мусора. И по весу это порядка 1800 килограммов. Собрали много покрышек, много смешанного мусора. И самое, что хорошее, мы собрали сегодня много мусора сортированного, который был вывезен специализированной компанией и который пойдет в переработку и получит вторую жизнь. И вот момент истины. Кто же из команд внес самый большой вклад в общее дело и вошел в тройку лидеров? Диплом за 3-е место вручается команде «Титаны чистоты». Второе место у озотчиков команды «Чуртан». Ну а абсолютным лидером чистых игр становится... «Экодесант». Кроме дипломов и сувениров, лидеры проекта получили сертификаты в боулинг. Так что сразу 2 победы активисты «Ависмы» отметят уже в эту пятницу, устроив поединок на игровых дорожках.